Сирийская оппозиция полностью освободила Ракку. В городе подавлен последний очаг сопротивления террористов. Сирийские демократические силы, действующие при поддержке США, отбило у группировки «Исламское государство» Ракку, город, который считался столицей ИГИЛ, сообщает Reuters. По информации агентства, 17 октября сирийские оппозиционеры заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления исламистов, и подняли на нем свой флаг. Таким образом завершилась четырехмесячная битва за Ракку. Как сообщал корреспондент Нет, ранее в Ракке за сутки сдались около 100 исламистов, их вывезли из города. В международной коалиции заявили, что не будут выпускать из Ракки иностранных боевиков ИГИЛ. По материалам сайта newsgro.com.